На нем рядом с эскизом несколько фотографий, используемых для примера. Среди них снимок, сделанный Варламовым на улице Папанина в Мурманске в мае 2018-го. Тогда во время визита в заполярную столицу в своих видеороликах он называл некоторые ее районы африканским гетто и трущобами. Все из-за большого количества мусора в городских дворах. Сама игра вышла весной этого года, ее действие разворачивается в мире, пережившем глобальную катастрофу.